В Одессе стартовала неделя иммунизации, которая проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В рамках программы на различных мероприятиях будут разъяснять необходимость вакцинации. Подчеркнуть необходимость активизации усилий по иммунизации во всем мире. И в частности, показать, какую роль в этих усилиях может сыграть каждый человек. От донора и до рядового члена общества. 20 апреля в Украину было доставлено 800 тысяч вакцин от кори, краснухи и паротита. Они будут распределены и доставлены в регионы в течение недели. Мы надеемся, что эта вакцина придет к нам в регион и в Одессу. И мы продолжим вакцинацию нашего детского населения.